Дай почитать. Дай почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславна Литерева, профессор Вятского государственного университета. Так любимая всеми биографическая серия «Жизнь замечательных людей» была основана одним из крупнейших русских книгоиздателей и редакторов, просветителем Флорентия Павленковым. Она просуществовала с 1890 по 1915 годы. Это первая в Европе универсальная биографическая коллекция, имевшая большой успех. 40 дореволюционных переизданий. Однако в Советской России библиографическая библиотека Павленкова не переиздавалась. И вот переиздание пяти биографий в одной книге Сократ, Платон, Аристотель, Дэвид Юм, Шопенгауэр сейчас стало доступно для прочтения. Любопытно, что и сегодня эти историко-культурные исследования также интересны и профессионалам, и любителям, и начинающим читателям. Биографические очерки Сократ и Платон написаны Орловым. Этот псевдоним принадлежит советскому дипломату и историку Федору Ротштейну. Еще юношей он эмигрировал в Англию, где увлеченно изучал историю Рима. Результатом напряженной работы в библиотеке Британского музея стали шесть биографических очерков. Платон Сократ, Александр Македонский, Цезарь, Демосфен и Цицерон. Очерки о Сократе и Платоне, пожалуй, лучшие в Павленковской библиотеке. Как писала русская мысль в 1897 году, системы Сократа и в особенности Платона представлены ярко и ясно, и в них не упущено ничего малого мальски важного. Елизавета Литвинова, педагог и математик, окончившая как Софья Ковалевская университет в Тюрихе, написала 10 очерков для библиотеки Павленкова. Она стала первым литератором, составившим для русской публики отдельно изданную популярную биографию Аристотеля. Книга эта, кроме библиотеки Павленкова, нигде не выходила. А вот та же русская мысль в 1873 году упрекает Марию Сабинину, литератору и переводчицу, что ее единственный очерк в Павленковской библиотеке приспособлен для детей старшего возраста. И правда, автор пыталась как можно точнее и проще срисовать жизни, взгляды шотландского мыслителя Дэвида Юма с иностранных источников, потому что отечественных просто не было. Любопытно, что этот очерк и сегодня остается актуальным. Публицист и переводчик Эрнест Ватсон печатался в не. Красовском современнике. Более 20 лет работал в газетах как публицист, обозреватель, помощник редактора. Для биографической библиотеки Павленкова он написал очерк об Артуре Шопенгауэре, яркий, изящный по содержанию и форме. Вот такое любопытное переиздание пяти очерков из библиотеки Флоренция Павленкова, не утратившее познавательности и актуальности и в 21 веке. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!